Алло. Ай, Вито, это Эдди. Да, Эдди, в чем дело? Все бросай и приезжай к Джо. Да, ладно, а в чем дело? Не телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. Иду я на них сбитый, а у них такой видок, будто они уже обделались. Доброе утро. О, привет, Вита. Мартин, ты чего здесь? Джо сказал, вам помощь нужна, и раз я справился с теми, он сказал, что возьмет меня опять. Снова возьмет тебя куда? Тебя там ждут. Я еще поговорим, да. Ага, да, это же наш Вита. Здрасте, мистер Факоне. Здорово, Вита. Садись. Привет всем. Так что случилось? Вита, я слышал, как ты разобрался с Лукой. Молодец. Благодаря тебе у нас есть доказательства того, что за нападением стоял Клементе. До сих пор в открытую мы выступить не могли. Он перерезал себе горло. Он похитил и пытал наших. Это война. Теперь мы можем делать что угодно, и комиссия одобрит. Альберто это знает, и он наверняка захочет ударить первым. Значит, нужно убрать Клементе. Именно. Сегодня у Климента большая встреча в гостинице «Герб Эмпайра». Это верный шанс сразу убрать и его, и всю верхушку. А, ну да, конечно. Заходим средь бела дня в лучшую гостиницу в городе и спокойно кладем толпу вооруженных людей. Я все правильно излагаю? Не волнуйся, у меня есть план. Черт! Джо, убери сейчас же. Эдди, не бойся, не рванет. А вот если тут нажать, то... Бога душу мать, убери немедленно. Ладно. Мозги растерял. Ладно, дерганый ты какой-то. Ага, то есть мы средь бела дня зайдем и взорвем лучшую гостиницу в городе. Это не перебор? Не боись, она не такая уж мощная. Все здание не снесет, но в той комнате, где она взорвется, будет фарш. Как мы узнаем, когда ее взрывать? Заберемся в люльку для мытья окон и отследим их до самого взрыва. С каких пор ты у нас умник? Ладно, ребята, не подведите. Если справитесь, я вас не обижу. Когда закончите, позвоните Эдди по этому номеру. Да, кстати, я закрыл сегодня бар. На случай, если Альберто рыпнется. Ну, удачи, парни. Эй, а пацан в коридоре что делает? Марти, что ли? Ну, он же не член семьи. Так что я ему сказал ждать там. Слушай, что он тут вообще делает? А ты как думаешь? Пойдет с нами, потому что нам нужен шофер на стреме и прикрытие, если что. Что ты против него имеешь? Я его с малых лет знаю, и он меня выручил с этими уродами. Да, но в этот раз мы не с алкашами воюем. Мы идем мочить самую сильную семью в городе, а ты с собой ребенка взял. А тебе сколько было, когда ты начинал? Что за старперские разговоры? Вита, он просто будет сидеть в машине, а потом нас отвезет, и все. Он даже не узнает, что мы там делаем. Водит он отлично, а именно это нам сейчас и надо. Ладно, Джо, как скажешь. Но лучше бы ты меня послушал. Это плохая идея. Эй, Джо, ну так, чё там за работа? Такая, о которой тебе лучше не знать, копишь? Ну ладно, но если что вдруг, пушка у меня с собой. Да ладно, успокойся, Беликит, ладно, она не понадобится, поехали. Мою машину. Ладно, я поведу. Только не убей ее по дороге, нам на ней еще убираться. И что-то мне кажется, что авария и взрывчатка плохо дружат. Взрывчатка? Да, фейерверк устроил. Ты этого не слышал. Едем в гостиницу «Герб Эмпайра».
Заедешь в подземный гараж только через черный ход. Ну же, ребята, расскажите, а что в гостинице будет, а? Ну же! А ты что, книгу пишешь? Я уже сказал все, что тебе надо знать. Эй, да я... Ну, мне же просто интересно, все эти тайны... Марти, все эти тайны не просто так. Меньше знаешь, крепче спишь. А будешь и дальше задавать глупые вопросы, в следующий раз не позову. Ладно, ладно, больше никаких вопросов. Да ради бога. У нас тут что, автобан на Аляску? Вы что, правда собирались всю гостиницу взрывать? Марти! Ну все, все, извините. Только слово мне еще скажи. Прости, я больше не буду. Ни слова. Мамой клянусь. Ну все, вот гостиница. Въезд в гараж с другой стороны. Витя, ты совсем двинутый? Если она взорвется, мы трупы. Вставай там. И слушай, все пушки оставим в машине. Еще не хватало, чтобы громилы Клемента нашли их при обыске. Ладно, мы с Витой идем внутрь и делаем дело. А ты жди нас тут. Услышишь большой бабах, заводи машину, будем отсюда делать ноги пронто. И пушка тебе реально не нужна, разве что за нами хвост, но это вряд ли. Ладно, ладно, я понял, Джо. Клементо снял весь 18 этаж. Это третий сверху. Там пара люксов, конференц-залы и охрана. И как мы туда попадем? С черного хода, через прачечную. Что, трусы постирать хочешь для начала? Умник. Встреча еще не началась. Переоденемся рабочими, а потом пойдем уборочку наверху устроим. Серьезно? С каких пор ты у нас умник? Пошел ты! Там внутри нас будет ждать человек со спецовками. Пошли. И мы не хотим поднимать шум, пока Клемента не приехал. Так что не делай глупостей. Ха. Это разве не моя реплика? Будь здесь! Всегда на вторых ролях. О, черт, закрыто. Этот козел должен был открыть ее. Теперь будем тут торчать и надеяться, что он объявится. Мать. Эй, видишь, Теналяу? Ну? И где он? У него перекур. Ты это, заблудился. Правда жаль, что я раньше не успел. Еще минута, и ты бы даже на свои похороны не успел. Прости, я... Хватит уже. Пошли отсюда. Вот видишь, все под контролем. Пошли, форму заберем. Вита, и еще. Вот, надень. Совсем охренел. Так нас не узнают. Надевай. Класс. Поехали. Эй, вы, сюда. Идиоты, уберите этот бардак. Уберите эту дрянь, ну? Или кто-то поскользнется и шею сломает.
Пошли, быстрее. Эй, вы! Наверху прибрать кое-что надо. Шагом марш. Эй, Ричи, пошли с нами. Да это же Генри. Ну да. Ладно, пошли наверх, пока он не вернулся. Сто лет Генри не видел. Он совсем не изменился. Ага. Надеюсь, он не успеет вернуться. Генри хороший парень, даже если работает на Климента. Да, если он вернется. Даже не думай об этом. Я себя с этими усами идиотом чувствую. Да? А если мы на знакомых наткнемся? Так они нас не узнают. Очень, блин, надеюсь. Самое, блин, время. Где это вас носило? Кто-то что-то разлил в конференц-зале. Не спрашивайте, что это и как оно туда попало. Просто идите и уберите. Там скоро начинается большая встреча, и если все не будет сиять, босс огорчится. Так что если голова на плечах дорогая, вылежите все до блеска и убирайтесь оттуда вон. Это значит да? Пожалуйста, уходите. Эти двое тут уберут. Беспорядок. Беспорядок? А, этот. Вы двое, что надо? Это будет лучшая ночь в твоей жизни. Один из парней тут был раньше. Он тут поскользнулся и упал. Ударился головой. Раз пять или шесть. Так что теперь тут все в кровище. А у нас скоро начинается совещание. Так что уберите-ка все здесь и побыстрее, черт возьми. Вот козлы. Эй, успокойся, да? Они долго не проживут, вот и все дела. Ха-ха, ну да, помоги мне тут. Ах, блин. Мать вашу. Желтый. Так, синий. Это плюс к плюсу. Красный. Запал туда. Минус синий. Тут... На крест. Готово. Окей. Самое сложное позади. Я же сказал вылезать все до блеска. Кажется, все чисто. Хорошо, можете убираться. Ладно, теперь пошли на крышу. А можно и я у нее чего-нибудь попрошу, спрашивает как? Да ради бога, ну учти, она глуховата. В смысле глуховата? Это Клименте. Мы бы его прямо сейчас завалили, если бы было чем. Ага, и нас бы самих свалили через секунду. Пожар идет по плану. Черт, я не привык к такой физкультуре. Зачем тут настроили столько ступенек? Вита, постой, я кое-что забыл. Держи, это тебе. Просто на всякий случай. Это круто. Хорош, а? Кол 1911 с улучшенным магазином. Его... 23 патрона, так что жрет их быстро. И не потеряй. Во всем мире таких всего два. Спасибо. Не за что. Ладно, пошли уже к люльке. Давай, пора. Вы оба! Вот же, блин, красотища! А что, уставился? Господи, успокойся, ну там крышу можно добраться! Твою мать! Ладно, пошли отсюда. Ну?
Ну, это как устрица. Стой, стой, зацени. Эй, ты какого черта тут делаешь? Проваливай, черт! Не вита! Началось. Видаешь, да? Со стороны не кончилось. Давай, ты думай что-то быстрее! Я захожу! Сразу расхотелось с тобой ссориться. Вообще не умею. Осторожно, там могут быть другие. Пошли! И это все для меня... Пошли! Ну давай, абсурд! Молодец, Вита! Ну ты труп! Я лучше всех! Ладно, вот так пойдет. Надеюсь, снизу нас не слышали? Какой там? У таких зданий звуконепроницаемые окна. Да и на улице нас с такой высоты не услышат. Пошли, найдем люльку. Господи, хорошо, только не стреляйте, я все сделаю. Молодец, руки за спину убери. Вот лента, свяжи-ка. Считай, что тебе повезло. Остальных застрелили. Ладно, залезай. За работу. Эй, сколько у нас кабеля? Хватает. Хватает? Это сколько? До крыши хватит? Конечно нет. Поднимемся на пару этажей и взорвем. А я-то думал, ты у нас умный. Что?
с ума сошел? А если нас накроет взрывом? Не накроет, мы едва заметим. Надеюсь. Если свалимся, я тебя прибью раньше, чем до земли долетим. Отлично, вот и наш этаж. Вита, бери скребок и мой окна. Пусть думают, что мы рабочие, а я займусь проводами. Все, готово. Давай чуток наверх. Ну, рыбку ты уже съел? Да, прямо как часы. Вот так. Эти кретины и не узнают. Бог ты мой! Что за чертовщина? Что за черт? Я не знаю. Она как рванет! Едва заметим, да? Ладно, ладно, пошли глянем. И чего я тебя вообще слушал? Клянусь, ты иногда просто полудурок. Фу! Что за... Черт! Господи Иисусе, я чуть на ботинке себя не отбил! Ну и разгром! Эй, прямо землетрясение! Какого хрена? О, черт! Вот везунчик. Давай, Вита! Эй, а мы им устроили похохотать. Да, но дело-то не сделано, двигай! Нет, я ни в чем не виноват! Нет! Я вернулся! Прикрой меня, Вита! Что, дрожишь от страха, а? И это все, чем меня порадует? Кто-то попал. Осторожно, за стеклянной стенкой. Уложи того с автоматом. Я лучше всех. Прикрой меня, Вита! Ха-ха, это все, что ты можешь? Я до тебя доберусь! О, черт! Сюда, Вита! Там ты не пройдешь! Черт, пожарные краны сработали! Правда? А я думал, дождь пошел. Умник! Ни черта не вижу в этой воде!
сэр! Мать, гляди, опять ломится! Давайте, уроды! Я вас жду. 3, 2... Так, это что еще такое? Уходите отсюда, Мэл! Мы против вас ничего не имеем! Другой раз бери бомбу побольше, ладно? Но откуда мне было знать, что Клемента засел в сортире? Не засел бы, если бомба не рванула до срока. Не ссы, мы его достанем. Осторожно, наверху! Прикрой меня, Вита! И этот случай меня порадует, что ты попал! Пойдем, надо валить отсюда. Ты ему уже не поможешь. Клемент удирает. Пошли. Я убью его. Да, думали, это конец. А вот и нет, уроды. Прикрой меня, ведь... Ладно, осталось двое. Если они разделятся, ты только за Клемента езжай. Я умею водить, ясно? Просто держи пушку наготове. Не забивай голову, просто здесь за Клемента. Он все на лимузине. Ты не поверишь, Джо, я не слепой. Минус один. Неплохо. Дальше Клемента. Жми на газ, Вита. Я пытаюсь, Джо. Все, шабаш! Все, конец ему. Давай все-таки проверим. Это за Марти. Вот теперь конец. Поехали ко мне.
пиво хочешь? Дай мне номер Эдди, я позвоню. А? Это Джо. Дело сделано. Все прошло гладко? Нет, не гладко. Ну? Марти убили. Что? Убили Марти, мы бросили его там! Ладно, ладно, а Клемента? Труп. Хорошо, за парня не переживай, всякое бывает. Всякое? Главное, что делать, всякое все... бывает? Успокойся. Он был моим другом, понятно тебе? Джо, Джо, не капай мне на мозги. Полегче. Это была твоя идея, парня туда силой никто не гнал. Сожалею, но бывает, верно? Приходи завтра в Сокол за деньгами. Да, как скажешь. Сожалеет он сейчас! Слушай, давай полегче, да? Успокойся. Мне тоже очень жаль, но ты знал, чем рискуешь. Ты тоже? Эй, задание было опасным. Ты взял его с собой, он погиб. Думаешь, на войне было по-другому? Эдди вообще паренька не знал, нечего его винить. Иди домой. Ну, хорошо. Сейчас только переоденусь. Прости меня, малыш. Прости. Алло. Алло, это Виту? Кто спрашивает? Меня зовут Леон. Я бармен из «Одинокой звезды». Мне ваш телефон дал Джо Барбара. Он ваш друг, я правильно понимаю? Да. А что такое? Да, вот старина Джо весь вечер глушил мой лучший вискарь, все болтал про какого-то Марти, а теперь совсем расклеился. Вы о чем вообще говорите? Мужик, твой друг с катушек съехал. Вытащил ствол и давай им размахивать. Никто не может его успокоить. Здорово. Послушай, я не хочу себе осложнений. Просто забери его отсюда, пока он кого-нибудь не подстрелил или полицию не вызвали. Вито, приезжай и забери своего алкаша отсюда. Ты едешь или как? Ладно, сейчас буду. И еще. Не наливай ему больше, пока я не доеду. Я-то попробую. А если он права качать будет, что делать? Так. Если ты не прекратишь его поить, я тебе наваляю так, что мало не покажется. Въехал? Я понял, все понял, только быстрее. Так, сколько в баре сейчас народу? Пока я один. Час назад была толпа, но теперь как-то рассосалась. Отлично. Слушай, запри лавочку, пока я не доеду. Буду через минуту. Я понял. А, Вито, это ладно. Ты? Где он? Там, за углом. Слушай, я честно пытался ему не наливать, а он пушку вытащил, и что делать? Хорошо, закрой дверь и дай мне с ним поговорить. Ты был прав. Слегка принял, да?
Ну и как? Фита, ты как раз вовремя. А то все домой пошли. Странно, Джо. С чего бы это? Да. Ты за рулем? Не, на такси. А то сопрут машину. Отлично. Допивай и пошли. Уже уходите, ребята? Марти. Я открою. Для тебя, парень. Ты погиб как мужчина. Черт побери, куда я задевал ключи? Прости меня, малыш. Так не должно быть. Не должно! О, господи! А, черт. Ты издеваешься? Ты совсем больной, что ли? Я просто... Ты просто что? Заткнись уже, наконец, и пошли отсюда, алкаш. Ладно, ладно, сейчас. Так, мы на месте. Постарайся никого не подстрелить по пути к двери, понял? Спасибо, Вита. Извини, если что не так. Слушай, ты звякни мне завтра, ладно?